Салам алейкум, пацаны, срочная новость. Всем, наверное, охота задонатить себе один алмаз и получить себе 400 алмазов или 300. Сегодня вы будете в шоке, потому что сегодня вы будете реально удивлены, очень приятно. А также, друзья мои, я вас люблю, потому что сегодня будет все связано о любви. Реально крутой любви. Так что сегодня также заберем легендарную эмоцию. Сегодня также, друзья, мы сделаем офигенный розыгрыш. Прям очень бомбовый. Так что оставайтесь до конца там видеоролики. Будет, друзья мои, очень приятно вам по-любому смотреть этот видеоролик. И очень интересно. Ну, в общем, все. Тянуть не буду. С вас обязательно по-братски поставьте лайк. Подпишитесь на каналчик. Ну и, конечно же, не забывайте подписаться на мой телеграм-канал. Там, где я для вас разыгрываю всякие подарочки. Вчера уже были подведены итоги в моем телеграм-канале. И уже забрали 5 участников себе на почту подарочки. Следующая раздача будет уже через неделю. Так что советую вам всем подписаться на мой телеграм-канал. Именно там вы можете забрать себе на почту любой подарок, который вы загадаете. Поехали. Все, друзья мои, давайте, наверное, начнем с самого начала. Поехали. У нас получается во Free Fire также у нас что? Подходит наш новый календарь. Конечно же, у нас первое, что мы сможем забрать, это уже завтра, друзья мои. Конечно же, это у нас не пропустите обязательно. Мы забираем, конечно же, себе парашют. Пожалуйста, напишите в комментариях, какой вы выберете парашют завтра, какой вы себе заберете. Первый, друзья мои, или второй? Вот мне очень интересно. Мне лично понравился вот этот. Вот я лично заберу второй. Первый не хочу, как-то мне он не очень. Вот второй бомбовый, прям не очень зашел, так что я выбираю второй. Какой выбираете вы? Также в комментариях, пожалуйста, напишите, будет тоже интересно. Ладно, поехали дальше. Дальше, конечно, друзья мои, у нас еще впереди самый, конечно, прикольный день. Это лутбоксы, друзья мои. Лутбоксы. Многие спрашивают, Дистри, мы вот 17 числа получаем, да, оружие. Будет ли это оружие на постоянно? Или что вообще-то это будет? Друзья мои, да, повторюсь еще раз, это будут лутбоксы. То есть мы будем забирать лутбокс себе, именно выполни миссии и получи лутбокс со скинами на оружие. То есть, получается, вам нужно будет выполнять какие-то определенные миссии. И за эти лутбоксы вы сможете себе попробовать себе, скажем так, выбрать себе на постоянное оружие. Это очень реально топово. Так что 17 числа также советую вам всем зайти, потому что реально будет очень много чего интересного. Также, друзья, мы по поводу алмазов. Очень многие, наверное, ждут, да, и очень многие, наверное, хотят себе уже приобрести алмазы. Друзья мои, у многих из вас не получается задонатить себе в игру. Может, какой-то сайт не работает, может, у вас в вашем регионе вообще нельзя донатить. Друзья мои, у меня для вас есть услуга. Я могу вам, кто не может задонатить, я могу вам задонатить. То есть вам стоит всего лишь перевести, например, мне на Киви, да? Вот, или на карту, и я уже буду вам донатить на ваши аккаунты. Вот, но эта услуга будет стоить, да, эта услуга платная. Конечно же, услуга недорогая, друзья мои. Эта услуга будет стоить реально, как, ну, мелочные деньги. Так что, если кто-то хочет себе задонатить в игру, но вы не можете, спокойно мне прямо сейчас в ВК пишите, я вам задоначу, вот, и вы будете уже, скажем так, эти алмазики на своем аккаунте, скажем так, использовать, да, тратить. Потому что очень многие мне жалуются, что действительно я не могу приобрести, помоги мне. Я очень многим помогаю, вот, но я тоже всем помочь не могу, потому что у меня реально времени как такового тоже свободного нет. Так что, друзья мои, если хотите приобрести, да, покупку алмазов, да, просто я вам помогу, вот, 100% вам помогу. Просто переводите мне сумму, я за эту сумму покупаю вам алмазы, но плюсом еще возьму, например, там, ну, там, может быть, там, 100 рублей за работу, где-то так, вот, так что, все это очень просто, очень легко, вот, так что, если кто-то хотите, приобретайте, вот. По поводу алмаза, друзья мои, да, по поводу алмаза, поехали. На зарубежном регионе вы нас знаете, и знаете, что в нашем регионе тоже постоянно выходит скидка, постоянно выпадают скидки, вот, очень офигенные скидки, да, пополнение плюс 100%. И, друзья мои, это по-любому ожидаем на нашем регионе, совсем скоро уже у нас будет скидка, по-любому будет скидка, где мы сможем приобретать себе алмаз, да, по двойной акции, по двойной акции. То есть, получается, если вы себе, получается, задонатили себе, получается, 100 алмазов, получаете плюс 100, ну и так далее. То есть, столько задонатили, столько и получаете алмазов. Ну, друзья мои, это не то, что я вам хотел показать. Вы посмотрите, что выходит на зарубежном регионе, друзья мои. Получается, на зарубежном регионе за один алмаз можно приобрести себе 100 алмазов. За один алмаз. То есть, получается, это то же самое, наверное, 1000% бонусом, да, точнее, 100% бонусом, 100% бонусом. Но это тоже, друзья мои, я вам не то, что хотел показать. Показываю, друзья мои, самое главное, это вот это. Вы посмотрите, что творится. На зарубежке вышло событие, где вы за 10
алмазов за 10 алмазов. Можете прокрутить себе колесо фортуны, да, рулетку, скажем так, и выбить себе до 350 алмазов. Это всего лишь за 10 алмазов. Например, получили, например, ну, задонатили себе 100 алмазиков, да, и взяли, потратили 10 попыток и забрали себе не, скажем так, грубо говоря, не 100 алмазов, да, которые вы задонатили себе, а получаете в разы больше. И, друзья, мы сразу говорю, это попытка одна. То есть, получается, у вас, то есть, стоит, получается, один прокрут 10 алмазов, да? То есть, донатите себе 100 алмазов и крутите себе, получается, один алмаз, точнее, 10 алмазов. И выбираете, только сможно прокрутить только один раз. И какая-то скидочка из вас упадет. Или, может быть, x140, или x280, или x210, или x350. То есть, друзья, вышло на зарубежном регионе. Не знаю, возможно, выйдет и на нашем регионе, возможно, такое событие. Это будет реально очень бонусом, прям для всех нас игроков, да, скажем так, приобрести себе побольше алмазов. Реально очень топово, друзья. Так что, если это событие в нашем регионе выйдет, ну, я реально буду в шоке. Вот честно, буду в шоке. Пожалуйста, максимально давайте прожмем лайков, вот прям максимально. Кто вот прям ждет, чтобы это событие вышло на нашем регионе? Вот, пожалуйста, кто сейчас смотрит ролик, нажмите на паузу, спуститесь вниз обязательно, подпишитесь, поставьте колокольчик, все уведомления обязательно, очень важно, друзья мои, все уведомления, чтобы вы не пропускали ни один промокод розыгрыша, потому что скоро уже раздача промокодов. Ну и, конечно же, обязательно, друзья мои, поставьте много-много лайков, обязательно, чтобы разработчики увидели и по-любому добавили нам такое событие. Вот, событие реально очень интересное, то есть получается, он всего лишь крутит за 10 алмазов, крутит себе попытку, где можешь приобретать себе офигенные алмазы дополнительно. Это реально очень интересно и очень бомбово. Это новая схема, это новое новшество, да, новый, получается, метод себе добавления так алмазов, реально очень интересно. Так что, друзья мои, будем ожидать, что все-таки, возможно, в нашем регионе это все также выпадет. Поехали дальше. Дальше, друзья мои, все о любви. Конечно же, как я и вам говорил, что у нас эта эмоция выйдет. Говорил вам, что выйдет в колесе фортуны. Вот колесо фортуны, это новый формат колеса, новый формат, да, это новое колесо. Во всех странах, получается, начали заменять, вот, получается, именно новая стратегия. Вот, и я же вам говорил, что эмоция выйдет, и про этот набор говорил вам? Говорил. Вышел. Поэтому знайте, что на моем регионе, да, точнее, у меня на канале самые топовые новости, розыгрыши и конкурсы. Самые топовые, друзья мои. Знайте, что у меня на регионе самые топовые, потому что многие как бы говорят, действительно, а где можно новости узнать? Друзья мои, на моем канале все вы узнаете о всех розыгрышах, промокодах. Ну что, друзья мои, вы готовы? В общем, у меня есть для вас розыгрыш. Кто-то из вас по-любому хочет эту эмоцию. Да, эмоция реально очень топовая, прям очень топовая. Также есть такие ботиночки обалденные, но много чего есть, вот, в принципе, прикольного. Эта эмоция, получается, стоит 150 роз, она стоит 150 роз. И для вас я делаю розыгрыш, друзья мои. Под этим видеороликом, если мы наберем 2000 лайков, сразу, друзья мои, сразу бегу в телеграм-канал и выбираю, друзья мои, одного участника, к кому заберу эту эмоцию абсолютно бесплатно, абсолютно бесплатно. Кто выиграет, я напишу тебе в личку, да? Вот, и мы с тобой уже свяжемся, и я тебе выбью эту эмоцию. Все очень просто и легко, условия очень простые. Прямо сейчас подписываемся на мой YouTube канал, ставим колокольчик, все уведомления, это очень важно. Обязательно подписываемся на мой ВК, ссылка на мой ВК в описании. Также, друзья, подписываемся на группу ВКонтакте, ссылка в описании. На мой Twitch канал, ну и, конечно, не забывайте обязательно подписаться на мой Telegram канал. Именно в моем Telegram канале вам нужно прямо сейчас написать свой айдишник, написать какой-нибудь прикольный комментарий. Ну и конечно же, при достижении 2000 лайков я выберу кого-то одного из вас, кто заберет себе бесплатную эмоцию. Все очень просто. А мы давайте попробуем выбить себе эту эмоцию. Посмотрим, если я потрачу 1000 алмазов, сколько мне выпадет жетончиков, если я потрачу 1000 алмазов. Так, получается 900. Мне очень интересно, возможно ли вообще тут выбить 14 себе, получается, роз. Только 777. Ну, я считаю, что в любом случае мы заберем много. Тут роз. Много-много. 14. Во. Вот это я понимаю. Вот это количество офигенных роз выпало. Набор выпал. Набор. Друзья, чтобы вы понимали, выпал набор. Выпал набор. Изи, друзья бы. Поставьте лайк, если вы за меня рады. Хорошо. Так, крутим дальше. Ошалеть, у нас уже 73. Ну, кстати, неплохо. 73, неплохо. 92, а что, так можно было? 600 алмазов потратили. И, ну, я считаю, что это немного, реально.
столько алмазов, и у нас уже 104. Да я считаю, недорогая эмоция. Нет, друзья мои, эмоция недорогая. Крутим дальше, выбиваем. По-любому выбиваем. 118. Давай, 14. Есть 14. 135. Ну и, скорее всего, еще 2 пыточки, да? О, 158. Нормально. Забираем. Обмениваем. 158. Забрали. Очень офигенно, очень бомбово. Теперь давайте мы с вами быстренько, друзья мои, зайдем в склад. Склад зайдем. Поехали, эмоция. Так, подожди. И заменим, короче, новую эмоцию. Заменим, наверное, на что? На что, друзья, мы заменим? Давайте заменим вот на эту. Надеть. Так, хорошо. Так, сюда тоже надо какую-то поставить, да, по-любому. Так, смех есть, это есть, это есть. Это какую-нибудь интересную тоже поставим. Тоже какую-нибудь прям бомбовую. А, подождите. У нас кулаки-то есть? Есть. Даже из-за этого, друзья, могу поставить бомбовую. Ладно, давайте пока мы с вами... Так, ладно, давайте это поставим. Вот это поставим. Все, друзья, мы туплю. Туплю. Все, поехали. Проверяем. Проверяем. Потом еще денем еще одну. Где эта эмоция? А че, я ее не поставил, что ли? Че за шне... Где эта эмоция? Я же ее сюда поставил. Все, друзья, мы проверяем. Но... Во! Ошалеть, что за эмоция, бомбовая, просто бомбовая. Друзья, каждый из вас кто-то может ее забрать себе на аккаунт бесплатно, всего лишь поучаствовать в моем розыгрыше, обязательно. Ну что, друзья мои, также для вас всех говорю, братва, кто хочет приобрести настройки, кто покупает настройки. Друзья мои, сразу говорю, я настраиваю телефоны, для всех телефонов есть настройки, для айфона, для андроида. И всем сразу хочу сказать, если я вам даю настройки, обязательно настраивайте так, как я вам говорю. Очень многие настраивают телефон, когда берут просто мои настройки и не ставят. И потом говорят, дистри, у меня не летит. Так, чтобы у вас летело, вам нужно ставить именно те настройки, которые я вам даю, друзья мои. Потому что без моих настроек у вас лететь не будет. Если хотите приобрести, прямо сейчас в комментариях пишите, друзья мои. Точнее, в ВК. Ссылочка на мой ВК в описании. Приобретайте, цены недорогие. Настроим iPhone. У меня покупают даже по 2 настройки. Все довольны, всем нравится. Даже оставляют комментарии, отзывы оставляют. Можете сами почитать меня ВКонтакте на главном экране, да? На главном меню. Ой, на главной странице. Я уже запутался. Вот, есть отзывы, люди оставляют. Почитайте отзывы. Многим все устраивает по поводу настроек. Спокойно приобретайте, цены недорогие. Каждому из вас телефон настроен до одеяла. Покажем, как правильно нужно оттягивать. Нюансы все расскажем. Все вам покажем, 100% будет довольны. Вот, также не забывайте, друзья, по поводу гильдии. Если у вас есть желание попасть ко мне в гильдию, адекватную гильдию, без всяких агрошкольников, у нас скоро будут КВшки, турниры будут. Вот айдишник моей гильдии. Кидайте запрос, мы вас рассмотрим. Если, конечно же, вы нам подойдете, мы вас обязательно примем. ОС от 3,5, друзья, ОС нам нужны игроки. Девчонки тоже кидать запросы, для вас статистика намного меньше. Все, я вас всех люблю, всех обнял. Ждите сегодня еще один видеоролик, будет очень интересный. Но также кому-то нужен, если пиар, гильдии, ТикТока, Инстаграм, ВК, если вам нужен пиар. Также спокойно можете приобретать пиар в сообществе, в Телеграм-канале, везде вам, где вам нужно. И будете по-любому популярны. Вам всего лишь нужно будет написать мне в ВК и приобретать. Все, всем пока, люблю вас, обнимаю, до новых встреч, пока.